А у меня урок окружающего мира. Поняли, как решать задачи. Поняли, как писать, как нужно общаться с друг другом. Перемена. Пару часиков только, а не весь день. Мы получаем знания. Кормят вкусно. Нет, например, мне нравится, когда мальчики гоняют по коридорам и толкаются. Я бы хотела сделать все перемены, чтобы они были длинными. Хулиганы. Поменял бы. Да ты сам хулиган. А мне не нравится, когда старшеклассники бегают и еще не всех задевают и ударяют. Мне это очень не нравится. А перемены подлиннее, например, не хочется? Нет. Нет, только на одну минуточку. Я бы поменял время, когда надо вставать в школу. Они не бегают, а несутся. Да, и дерутся еще. А мне нравится, какая она как есть. Не надо брать с собой всякие игрушки на урок. Где все с друг другом дружат. Нету хулиганов, где все отличники. Учители добрые. Мне нравится больше всего, чтобы там были побольше цветочков. Я хотела бы, чтобы в школе вообще не было уроков. Допоздна не сидели бы. Мне бы хотелось, чтобы у нас не было литературного чтения и русского языка. Литература. Литература нужна. Да. Почему? Чтобы знать стихотворение и правильно развивать свою речь. Я думаю, что математику. Я в математике почти все знаю. Я не хочу, чтобы математика убиралась, я ее обожаю. Изучи технологии. Не, пригодятся. Технология может пригодиться, но ТЗО бесполезный предмет. Какой бесполезный? Это мой самый любимый урок. Твой, да. Мой нет. Ну, чтобы хотя бы письма не было, потому что мы его допоздна делаем. Программирование перенести на 5-й класс. Чтобы раньше уметь программировать. Учителя, они очень умные. Они уже учились, и они все знают. А они нам рассказывают, что и как. Классный час, чтобы все танцевали. Делать мороженое хочу. А я хочу делать что-нибудь там, готовить что-нибудь. Учиться готовить урок, учиться готовить. Я бы добавила, чтобы я добавила. Отдых. По всем предметам, которые идут в первом классе, я все знаю. Все предметы важны. В жизни все пригодится.